нарисуй, что ты ничего не испортил, и он 2 дня старался. Кап, Артем, нам еще долго ждать? Мы как бы уже играть хотим. Я все. Я тоже уже закончила. Ну что, вы готовы играть в игру «Поцелуй свинью»? Да, готовы! Итак, смотрите, разбиваемся на пары. Мальчик и девочка. Потом берем кубик, кидаем, кому какая-то цифра попадется, там 9-7, тот выполняет задание. Задание нарисовано вот здесь. Кто не выполняет задание, тот целует свинюшку и будет фу. Так что, быстренько давайте на пары разделились. Ну что, кто начинает? Так, ладно, давайте начнем с меня. Я сейчас выхожу и выбираю кого-то из мальчика себе в пару. Так. Ты можешь выбрать? Ой, Димс, так улыбайся. Иди сюда. Мы с Артемом в ссоре. Капа, держи кубик. Так, начинаем. 3. Дим, кидай. 4. Ого, я смотрю, тут задание сложное. Дим, это что, ты и твои дети? Все, у нас выпало задание номер 7. Дим, звони одноклассникам, 3 человекам и извиняйся. Дима, давай, целуй. Дима, целуй. Дим, звони. Дима, тебя потом смеяться все в школе будут. Дим, давай целуй. Ценен с Темой. Только так, долго. Давай. Даже. Ну, Костю. Костя улыбается, видно, хочет. Ну, Артема уже бери. Ладно, давай Костю. А я говорила. Молодец, Костя, Даша, моя школа. Все, кидайте. Да. 2. 4. 6. 6! А что это значит? Да. О, значит? Это ты, Даша, должен на руки взять и так вот подкинуть. Чувствую, Даша поедет в трампунт. А Костя поцелует свинью. Да. Короче, Костя, берешь Дашу на руки. Просто вот так вот. И вот так качаешь. Вот так вот. И, короче, кружишься с ней. Или целуй свинью, и ты будешь фу. Кстати, можно целовать свинью всего лишь 3 раза. Потому что когда ты будешь ситуация, придется все выполнять. Или ты выбываешь из игры вообще. Да, у Димы уже 1 минус. Давайте, у тоже будет 1 минус. Да. Ну давай, целуй в нос. Диану выберу. Я так не знал! Так, бросай. Кидай. Так, сколько там? 5, целых 5, представляешь? Так. А у меня 4. Итого 9. Что 9? Дима, признайся в любви Диане. Признавайся. Или целую свинью. Диана, тебя очень люблю. Ой, спасибо. Молодцы! Следующая у нас Настя. Давай. У меня безвыходный вариант. Настя, давай. Выбирай себе. В смысле, а можно? Можно любого выбрать. Вообще, любого человека. Конечно, нет, только мальчика. Бери, только мальчика. Нет. Дим, вон, бери. Я не знаю. Я считаю до 5. 1, 2. 3, 4, 5! Все, выбирай! Почему? Ладно, иди сюда. Кидайте! 1! О, Артем, ну конечно ты молодчина. Да. Постарался. О, стой. Че
4, 5. Это у нас. Вы на ручку держите, себя танцуете. Настя!
2. Даша. 3. 5. Так. Танцуйте. Танцуйте. Давай, Дима, зажигай. Я выбираю Настю. Кого? Да, Настя. Вот это? Нет, вот тебя, это. Тебя. А, Настя, брат, я же не убила. Ну, чтоб тесно сидеть. Стой. Конечно. 6. А, сейчас выпадет 12, вот весело будет. Нет. О, 6. Тихо, всем тихо. 5. 5. 11. Все, вот, тихо, 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 тихо. Вы... Дима, ты должен... Бросить Настю! А Настю нужно бросить! Сказать, Настя, все, мы с тобой больше не вместе! Наоборот, смотри, вот девочка, а он уходит. Правильно! Ну, все, мне смотри, как бы... Ну, не, ну все, это вот сердце разбито! Короче, давай, Дима! Сейчас я выполню это задание. Давай, давай! О, давай! Это уже интересно. Да. Настя, дарю тебе... Не тебе. Ой, спасибо. Браво, аплодисменты. Я следующий. О, я. Так, Диана, очень. Давай, удачи. Удачи мне. Да. Так. Все. Артем. Давай, ты первый. Давай. Давай, бросай. 5. О, Артем, ты посильнее стал. У меня тоже 5. Итого 10. Даже 10. Звоните друг другу и говорите, что. Ну, давай. Звоните. Звони мне, говори, что ты мне. Давай телефон. Ой, можно мне звонить? А мне на счету нет. Ничего страшного. Диана, я позвоню тебе. И потом даст, чтобы ты позвонил ей. Так, так это ж Костя на телефон. И что? Звони. Костя. Артем возьмет трубку. Да. Алло. Артём, привет! Я давно хотела тебе сказать, в общем, Артём, ты мне нравишься. Ты мне тоже. Ой, давай встречаться! Ладно, пока. Это шутка была, пока. Всё, я справилась. Да, Костя, иди. Опа. Так, капа. Я так и знала. Бросай. Ой, ты ж мы там узнали. Ты там не ревнуй. Ой, а что Артём? Артём, он дядя, уже в любви признается. Так, 1. 3. 3, это 4. Ага. Что? А это знаешь, что означает? Не, нам не повезло. Мы типа хрюкать теперь должны. В смысле? На четвереньках, как свинья, ты тройки нету. Давай, Костя, с Капой ползайте и хрюкайте. Артём, ты чего тройку не нарисовал? Я тебе говорила, рисуй. Костя, ты будешь ходить и хрюкать? Придется. Не ходить, а ползать. Да ладно, я свинью целовать ни за что не буду. Хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Давай, теперь обратно. Хрю-хрю. Все, справились. Да, кто там следующий? Настенька. Настя, выходи, выбирай себе мужа. А потом сделал все. 2. Так. Сколько? 6. 8. 8. 8. Так, у нас 8. Опять признавай. Да. Да, легко. Конечно, Дим, легко, ты всем уже признаешься. На колени, Дима. Настя, я тебя люблю. Даша. Даша. А? Даша, а, понимаешь, Даша. Все мальчики только тебя выбирают. Меня еще никто. Тебя, походу, кто-то любит. Или меня будет? 5. Диана, кстати, не хотела, чтобы ты ходила хрюкала. 5. 10. Признавайся в любви друг другу. Да можно без телефона. Можно без телефона. Давай. Она же тебе позвонит. Звони. Алло, Артём. Алло. Давай. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Ну, тогда все. Это было
Так, Дима, сюда. Я хочу, чтобы ты потом хрюкал все дело. У тебя ж сколько там шансов осталось? Два. Два? Вот и отлично. Шесть. Десять. Десять, давай, 10. Звони. На. Опять звоните. Вот, капа. Ага. Так, я без телефона. А на что нет? Да вживую уже скажи. Артём уже всем выговорил. Алло, Дима. Алло. Ты чего трубку не берёшь? Я тебе всё звоню, звоню. Хочу тут сказать тебе, знаешь что? Что? Что я тебя люблю. Я тоже. Чего, серьёзно? Да. Дима, где машина моя покупать? Ты ж любишь меня? О, отлично! Все, мы справились! Молодцы! Дима, иди! Дима, помолодцы! Даша, пошли! Четыре, четыре. Пять. Девять. Девять! Ого! Признавайся в любви! Я сегодня всем. Давай. Даша, я тебя так люблю. До следующего. А что я? А что я? Ничего я. А что я? Я не я. Так. 10 секунд, да? Раз, два, три. Костя. А зачем было тогда думать? Я не знаю. Давай. Парочка. Ой, как свинья на вас смотрит. Три. Три. Пять. Танцуем. Дима, старый, иди сюда. Так, я поручаю этот кубик тебе, кидай. Не в первый раз. Пять. Так. Тоже пять. Десять. Десять. О, опять признавайтесь. Давайте. Давайте уже без телефона. Говори. Алло, Диана. Да без телефона. Диан, я тебя люблю. А я тебя нет. Так, Костя, твоя очередь. Моя очередь. Эх, моя очередь. Усложняем задание, кидаем кубик один раз. Даша. Давай, подведи нас. Три. Ой, ё-моё. Спасибо. В общем, Костя с Дашей, вы сейчас должны изобразить двух свиней, пара, короче, они там любят друг друга. Ну, свиньи тоже любовь бывает. Ну, какие свиньи? Давайте, обнимайтесь там. Давайте. Ну, что ты? Раз, два, три. Ну, а любишь свиньи? Костя, подставь Дашу. О, ближе, Костя. Бежайте, бежайте. Это у вас что-то за еду не поделили. Все. Ну ладно. Ну ладно. Кто там? Теперь мастер. Настя, на. Кубик. Рубик. Давай. Один раз кидай. А, выбирай мальчика. Выбирай. Артем. Артем. Серьезно. Красавец. Ой, я чувствую хрюка, сейчас Артем будет. Так. Один. О, один. Вот это вам повезло. А что это такое? В общем, ребята, вы должны будете целый день убирать готовность моих животных. Да, один да, день да, и целый да, день до вечера. Все, садитесь, присаживайтесь. Так. Все, Диана, завтра идем на пеночек. С вениками, совками будете убирать. Мы выбрали. Так.
Да, как? Да? Дима, сюда иди! Нет, Дима, на, ты сижу, чтобы я тебе кричала. Пять. Танцуйте, танцуем. Дима, пошли, не целуй. Так, ну давай. Танцуйте. Зажигай. Дима, ты определился уже. Я тебя думала, кстати. Ай, пацаны, нет. Как там? Ну, там щук. Стой, ты куда? Шесть. Сколько? Шесть. Ого, шесть. Шесть, ты должен... На руки ее взять! На руки взять! Нет! Бери, пожалуйста. Стой! Чего возьми Настю на руки? Смотри, ты ее должен подкинуть. Она не тяжелая. Нет. Да не тяжелая. Вот так вот. Нет, я в этом не участвую, ребята. Либо вы вот так вот садитесь, и, короче, Дима, садись. Сажусь. И вы вместе целуете свиньи. Нет, вместе. Да не, поделись. Нет, вместе. Нет, так в смысле, задание для двоих, вы вдвоем его провалили, вы вдвоем целуете. Не хочу. Ну, ты вообще не хочу проигрывать. Ну, и то задание тоже выполняли. А вот я все выполняю. А это ты Диму выбрала, он же не может тебе на руки поднять. Это да. Короче, целуй свинью. Так стоп, подними ты его на руку. Все. Ну, она знала. Давайте, Диана. О, привет. Давай, бросай. Дай. Опа. Пять. Что мы делаем? Танцуем. Сегодня мы с тобой танцуем. Давай я вот эту штуку, которая, да, Даш, ты переживай, тебе подушку положила. Ты не умрешь.
Капа, выходи. Я только села. А у меня так же было. Ой, да. Он говорит, у нас 4. 4 это у нас... Ага, сумочку носить. О, пусть это ты знаешь, что должен? Ты должен мою кепку носить неделю. А хочешь, я тебе сейчас свою сумку принесу, чтобы ее так поднял, как гирю? Сейчас, секунду, точно! Поднимешь или нет? Давай, у меня там сумка тяжелая. Неси. Ну, сейчас. Лучше бы свинью поцеловал. Капа, ты где? Неси сумку. Да сумку я не нашла. Так, Дим, задание усложняется. Или ты целуешь свинью, или... Вот мне надо в магазин за картошкой. 10 килограмм. Я тебе звоню. Ты должен ее нести. Или он капусту. 5 килограмм надо в село к бабушке отпередать. Ты за что будешь нести? Хорошо, поношу. О, отлично. Спасибо. Даша. Где кошка? Даша сразу выбирает комнату. А в чем? Вода. Быстро. Очень быстро. Пять. Танцуем. Уже будет без А. Танцуйте. Давай танцевать. Дима! Какой? Старый или новый? Новый. Нет. Новый билет. Старый. Старый. Или новый. Новый. Там пробираешь. Один, два, три. Быстрее. Я пошла. У Димы проблема, он сказал. Я не виновата. Договорились, там можно заловить. Да, да. Не так пошли. Стой. Четыре. Дима, четыре. О, Дима, ты тоже картошку будешь таскать? Я могу. Да, все. Каждую целую неделю, Настя, что где носить надо? Портфель будет, да? Да, в школу. В школу, да. Хорошо. А кубик будет? Нет, кубик, ребята, кубик. Все, теперь у нас Дима и Дима заняты целую неделю. Будут сумки носить. Так, кого же выбрать? Кого я еще не выбирала? Я его выбирала уже. Ты не выбирала этого? Этого. Я его выбирала. Ты новый. Давай еще, Дима, чтобы он тебе сумки носил. Давай, Дима, еще раз признайся, да. Все будет так, хорошо. Как в первый раз? Так, я хороший. Так, сейчас ты сюда выйдешь. Три. Хрюкай. Я буду целовать свинью. Нет. Я тоже поцелую. Давай. Дима, ты уже какой раз? Все, второй. Мне уже нечего терять. Шо, ну хрюкать больше не будет. Давайте Диану. Я неинтересна, она все равно хрюкать не будет. Тогда будет свинья кидать. Костя, если что, я сейчас буду второй раз целовать. Четыре. Все четыре. Сумки будешь носить? О, запросто. Тебе что, картошку или капусту? У меня вот такая сумочка. Мне там... Я сама, да. Договорились. А после что будет делать? Свинью целовать? Он будет просто... Нет, я буду носить. Помните? Старый. Старый новый друг. Всегда в парень. Ух. Пять. Итак, танцуем. Опять танцуем. Танцы уже. Голова. Что это? Танцуйте, вальс. Задание усложняется. Тогда свинью целуйте. Да здравствуйте, Вася, а два раз ты уже свинью целуешь? Давай! Вдвоем целуйте. Вдвоем так, один в одну щечку. Опа! А что ты в глаз? Дима! Все, у тебя получилось! Ребята, напишите, сколько раз Дима проиграл сегодня. Итак, Артем, продолжай. Девушка, давай. На свинью засмотрелся. Я.
На, бросай. У меня еще... Сколько? Два раза, может? Да. Я не поцеловал. Вот так. Четыре. Четыре? Да. О, чтобы уносить все сумочки. Да ну так не интересно. Давайте я перекину. Один. Опять? Ты там за собой сама убираешь. Короче, Артём, ну, мне не привыкать. Теперь ты будешь второй день подряд убирать как дома целый день. Так там же задание для девочки. Для девочки. Как это? Ну и чё? Я он с Диме, Артём и Парик один, но будет он девочкой. Так. Это Дима загрустил. Диму вызывай. Да, Дима, иди сюда. У тебя как раз два раза, ну даже третий был. Это последний круг. Итак, два. И Дима целует свинью. Два, что у меня? Это он мне должен. Да. Давай, Дима, ты сможешь. Дима, несите подушку. Попробуй. Нет, пусть целует свинью. Еще раз. Давай, попробуй, Дима. Да ты подними. Да. Дима, что вот, попробуем? Смотри. Дима, Дима, ладно, давай, Дима. Ой. Только аккуратно, а то я переживаю. Давай, Дима. Я тебе упаду. Молодец. Вот видите, вы... Следующий. Вот так вот вы о своем друге думаете. Подушку подлаживаете. Дашеньки на очередь. Выбери, знаешь, кого? Костю. Костя. Папа, на, тряси. Четыре. О, те что носили? Нет, ребят, ты... Нет, нормально. Я тебе ничего не... Нет, все хорошо. Не, да нельзя перебить. Надо Диану слушать. Диану слушать. Один. Один. Костя. Понятно. Даша, ты понял, что делаешь? Поубираешь. Ты Костя. А один день приходит Настя, потом приходит Даша. И все, даже в дом убирать не надо. Кого я не выбирала еще? Меня выбирали. Ты был, ты был? Кого я был? Ты был? А вы Диму пропустили, выбирай Диму. Старенького. Не, новый. Не, старенького пропустили. Нет, я брала его. Нет, он уже сделал. Все, он уже сделал. Следующий раз. Тогда обойдется. Опять четыре. Дима, ты! Так она уже поднимает. Она, у нее минус, а ты можешь поднять. А, ну давай. Давай, поднимай. А что надо сделать? Поднять ее на руки и покрутиться. Нет! Давай! Давай, давай! Подожди, дайте мне. Они тебя не спасут. Настя, они не спасут тебя. Без подушки. Ого. Все, поднимай. Нет! А кубик, где кубик? Он там был. А, так, моя очередь. Так, я выбираю Артема. Артем, ты давно не был? Да, вообще, очень давно. Модель. Еще раз, а потом будет. Ой, вернись. Шесть. А что там, шесть? Тоже. Поднимай, Артем, давай. Артем, ты... Давай, Артем. Артем, что не надо в свинью? Все. Я не буду целовать тебя. А я буду. Не надо целовать. Что? В смысле? Нет, это нечестно. Ну, честно. Ты целуешь, тебе минус, а он крутит. Ну, да. Диана, я буду целовать два. Артем, пожалуйста. Ну, ты хочешь целую, он тебя покрутит. Артем, все равно. Артем, ну, пожалуйста. Артем. Давай, Артем, бери ее на руки и крути. Артем, иди сюда. Давай, Артем. Артем, последний раз. Я тебе свой балл отдам. Нет. Ну я свой балл. Нет. Молчи. Это не по правилам. Все, давай, Артем, поднимай. Сейчас ты Артема носить будешь. Зазвони. Давай.
Нельзя так, это не по правилам. Да, все, Артем, давай, поднимай их. Так, считаем до трех. Один. Все, я. Два. Нет, это не честно. Диана. Все. Диана, ты уверен, что ты отказываешься? Да. Значит, правило усложняется. Все баллы переходят тебе, и мы становимся, и ты между нами. О, давайте, давайте в такой паровозик. И, кстати, Диана теперь у нас свинка. Вот так. Конец игры. Свинка. Что свинка? Так, все сдаем колонку. Ширину. Что свинка? Свинка. Можете сделать шире вас? Кстати, вот эта корона нужна была кому-то, а теперь свинья. Сейчас как-то пойдем. Да. Все давай, я лучше на тебя. Давайте. Еще можете больше? Расширимся. Давайте. Давай, свинка. Свинка, свинка. Свинка, свинка. Хрюха, свинка, свинка, свинка. Хрю-хрю. Саша, Саша. Диана, свинка заслужила. Диана. Все, я все вас, я выполнила ваше задание. Ой, Диана, свинка. Даже не хрюка. Ну ничего, я похрюка. Как это? Там и там. Теперь вот эта замечательная корона отдается свинке нашей Дианочке. Свинки не милые, Диана. Тебе идет. Диана, свинка. Диана, я тебя такого не ожидала. Ты откажешься. А, ребята, так как я свинья сегодня, в общем, поддержите меня подпиской и лайком, и комментарием, пожалуйста. И напишите, что свинья вообще Костя. Он сегодня целый день... Хрюша, ты. Ты даже не хрюкала. Хрюшечка. Он сегодня хрю. Ну, я имею в виду, что Костя сегодня целый день плохо себя вел. Some directions to get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time.